остановились. Мы теперь идем куда? В парк гулять. Саня, немножко дети, немножко поспали, пока мы ехали в машине. И все вместе, да. Лиза, ты знаешь, что это за место? Вот это вот. Вот это вот. Нет, вот это что за место? Знаешь? Ты не помнишь это место? Не помнишь это? На что? Не знаешь, короче. Смотри, это здесь родился Тимошка, твой братишка. Здесь мама лежала, это роддом. Вот это Пензенский перинатальный центр. И еще вчера у тебя здесь родилась еще одна сестренка троюродная. Помнишь Варю, мы в лесу, в деревне были? Варя. Вот у меня сестренка родилась вчера. Прикольно, да? Вот мы и дошли, это парк Белинского. Центральный парк культуры и отдыха. Чего ты, конечно, без рук идешь? Ну, вот, сейчас мы встали в тенечке, будем ждать маму с Тимошкой. Первоклашка, первоклашка, у тебя сегодня кашка. У нас у тебя какашка. Все, мы все в сборе, идем. Ты куда собрался, Тимофей? Тимош. Тимоша. Привет! Вот, 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 вот. Опа! Ну что, девчонки, вам не страшно? Нет. Ты будешь орать, Василис? Нет. Тебе, наверное, зуб вылетит. Где наш Василис? Вон, Василис, садись! Вон она, Василис, села. Сейчас будет орать. Сейчас. О! Тихо, 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 ты что орешь, Тимош? Да. Что говоришь? Да, сейчас вам снимаем еще. Василиса, Василис! Короче, все нормально, да? Не страшно совсем. Да, у меня сердце сильно бьет. Ну, кстати, на вертолетике ты сел? На какой-то розовый, правда, вертолет. О, скажи. Скажи, вот так вот. О, молодец. Сейчас как полетишь. Поехали, поехали. Ура, полетели. Давай, карули, скорей. Как будто полетел, полетел, полетел. Он как полетел, полетел, полетел. Тимоша, пойдешь на поводик кататься? Что, понравилось, Тимоша? Вон, давай, иди сейчас, вон, поедем здесь, на поезде поедем. Иди скорее рулить. О, поехал. Поехал, поехал, поехал. Чук-чук-чук, паровозик. Ура, приехал, Тимоша. Тимофейка, Тимофейка, ну-ка рассказывай, тебе понравилось? Тимош, понравилось тебе кататься? Пойдем, посмотрим, как ты сидишь катаешься, пойдем. Давай, скорее, поехал. Вообще как с горки, сейчас как улетит. Одна ногой, держись, держись, держись. О, молодец, спрыгнул. Давай, 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 давай. Так, Василиса пошла на какой-то микс. Василиса, не страшно? Ой, ой. Эй! Ой, а какая руда, да, Тимош?
Тимоша. Ой-ой-ой-ой-ой, куда улетела мама. Мама, мама, вернись. Ой-ой-ой, обратно давай, мама, давай спускайся быстрее. Финис, он орёт, да? Василиса! Что такое? А что случилось? Короче, аттракцион не до конца прошел, потому что Василису мотнуло. Они остановили аттракцион. Ночью сказали вернуть нам деньги. Что такое? Она Василиса говорит, мне даже не очень было страшно, обычно. Просто она худенькая, поэтому ее и мотнуло. Не знаю, что там. Смотри, пошли на машинках они. На две машинки. Раз, два, три. Они садятся, смотри. Сейчас поедут они, вон они поехали. Вон и мама едет, вон мама с Викой едет. Вон они катят, да. А где Тика? Где Тика? Вон они там что-то никак не поедут они, вон они врезались они. Тимошка сейчас пойдет кататься. Все, покатились. Так, вот они спускаются. Опа, че? Нормально, Тимон?